Пока можем. Мы наугад роемся в банке памяти, и поэтому система падает. И что ты предлагаешь? Если мы продолжим изучать жизнь Шея в колониях, то лучше обработаем и парижские воспоминания. Хорошо. Держи меня в курсе. Загружаю следующие воспоминания. Шей Кормак, говорят, вы новый знаток Ордена по наследию Предтеч. Я не эксперт, сэр. Я лишь видел, что ассасины могут сделать с этими святынями. Я долгие годы изучал наследие Предтеч. Расскажите, что видели. Я знаю, что и ассасины, и тамплиеры ищут частицы Эдема. Это мощное оружие. Яблоки, управляющие разумом, но здесь другое. Мы нашли не яблоко, а яблоню. Эти храмы держат землю, как корни. Потревожь их, и Гаити исчезнет, или... Лиссабон. Или любое другое место из манускрипта. И ассасинам совершенно нет дела до этого? Да. И если их не остановить, они продолжат уничтожать города. Ясно. По нашим данным, ассасины сейчас рядом с Луисбургом. Мы встретимся с офицером флота Джеймсом Куком. Он недавно получил назначение стратегической важности. Картугиста. Хорошо. Я скоро отбуду. Полковник Монро высоко оценил вас, Шей. Он считал, вы можете стать лучшим из нас. Я надеюсь, вы не подведете. И не собираюсь, сэр. Почему великому магистру так интересен капитан Кук? Ну, он весьма умен и амбициозен, сэр. В мореходном искусстве ему равных нет. И, если верить моей любимой владелице трактира в Галифаксе, он только что стал. Паром линейного корабля. К тому же он эксперт по дешифровке. Столь одаренный человек уж точно поможет нашему делу. Какие нужны нашему ордену, а? Ну, что я могу сказать? Он мне друг, но он раздражающе честен, прямодушен и абсолютно бесхитрый. С ним трудно сохранить что-то в секрете, особенно если учесть его способность разгадывать код. Считайте его союзником, но не откровенничайте с ним. Я это учту. Я слышал, Луисбург может стать ключевым пунктом. Если королевский флот его возьмет, река Святого Лаврентия будет свободна. А там и до Квебека с Монреалем недалеко. Это изменит ход войны. Генерал Вольф Затарский. Я ждал этого со времен форта Уильям Генри. Когда война закончится, мы наведем порядок на этом континенте. Боюсь, это будет нелегко, друг. Когда-нибудь я расскажу об этом путешествии у Ричарда. А... Вот он, Пемброк, корабль капитана Джеймса Кука. Просто красавец. В полном вооружении. Нам надо пришвартовать Морриган. Магистр Кенвей будет ждать. Добро пожаловать, господа. Рад встрече, капитан. Капитан Шей Кормак, а это Джеймс Кук.
Рад познакомиться с вами. И я, сэр. Капитану Куку удалось раскрыть уловку противника, которая, боюсь, подтверждает наши сведения. Вы правы. В это самое время королевский флот идет к Луисбургу. Но французы замышляют нанести удар на упреждение. Если им это удастся... Разумеется, мы не можем этого допустить. Господа, битва за Луисбург может стать поворотным пунктом, который ознаменует начало конца войны. Не знаю, как вы, а я сыт ей по горло. Могу я предложить уступить вам штурвал, капитан Кормак? Думаю, вам понравится управлять кораблем с серьезной огневой мощью. Полагаю, что так, капитан. Вольф, Лоуренс и Витмар ведут 3 эскадры Королевского флота. Кто командует? Сам генерал-майор Амхерст. Он вернулся из Ганновера. Интересуетесь войной, Шей? Не хотел вас разочаровать, сэр. О, господи. Брандеры. Если прорвутся, то уничтожат. Значит, мы их остановим. Я знаком этот корабль, сэр. Это эксперт Макрелли. А ты, Валер. Ему повезло, что у нас другие цели. Согласен. Сначала займемся брандерами. Мы у них прямо по курсу. Либо топим его, либо отворачиваем. Капитан, мортиры! Магистр Кену и прав, капитан. Мортиры — наше главное преимущество. Еще одна волна брандеров! Нам идет корабль, да?
думаю, это цель! Блин! Либо топим его, либо оборачиваем! Брандеры, если прорвутся, то уничтожат нас. Значит, мы их остановим. Мне знаком этот корабль, сэр. Это эксперт по крови. Одевали. Ему повезло, что у нас другие цели. Согласен. Сначала займемся брандерами. Скажите, Кэп! Поймаем ветер! Еще брандеры! Мортиры, шеи! Блин! Наполни каждый дюйм! Полистал, пушка готова! Мы у них прямо по курсу! Либо топим его, либо отворачиваем! Мы у них прямо по курсу! Либо топим его, либо отворачиваем! Приготовьте мортиры, Шей! Мы у них прямо по курсу! Либо топим его, либо отворачиваем! Огонь! Промазали! Мы у них прямо по курсу! Либо топим его, либо отворачиваем! Еще противник, сэр! И еще брандеры! Безнадежно. Возможно, будет мудрее отступить. Мудрость не всегда к месту на войне, капитан. Еще повоюем, братцы! Заряжай! Паруса отдать! Паруса бросопить! Рифить все марселя! Все убрать! Алиста! Вражеские суда! Линейный! У них и в корпусе мортиры, капитан! Отдать гроты! По ветру! Больше парусов давай! Мы пойдем ко дну! Еще парусов! По местам ловим вечер! Еще противник! Безнадежно. Возможно, будет мудрее отступить. Мудрость не всегда к месту на войне, капитан. Еще повоюем, братцы! Заряжай! Идут ко дну! К Дэвид Джонсу! Готовы! Могут развести парусу! Положите повреждения! Мы у них прямо по курсу! Либо стопим его, либо отворачиваем! Мы у них прямо по курсу! Либо стопим его, либо отворачиваем! Используйте мортиры, капитан! Готов.
Готовьте мортиры, Шей. Вот и королевский флот. Мы успели как раз вовремя, капитан Кормак. Война идет к концу. Вот это было дело, а? Пока еще рано праздновать. Адевале смог уйти. Уверен, мы с ним еще встретимся, магистр Кенвей.